День здоровья и спорта, российский азимут 2018, Всемирный день ориентирования. Вот основные мероприятия, которые ждут рязанцев в ближайшие две недели. Именно о них 17 мая рассказали на пресс-конференции, которая прошла в Министерстве физической культуры и спорта. Первым в списке спортивных событий – День здоровья и спорта, который пройдет 19 мая на стадионе ЦСКА. В этом году его девиз – ГТО – путь к успеху. Так что помимо участия в различных соревнованиях, можно будет сдать нормативы Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». От имени организаторов мероприятий я вас всех приглашаю на данное мероприятие. Я думаю, что там будет интересно. Вы получите там заряд бодрости, заряд там духа. Будет интересно, наверное. Можете попытаться там сдать вот нормативы ГТО. Начало соревнований в 10 утра, вход свободный. Также 19 мая рязанцы смогут принять участие во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут 2018», которые пройдут в нашем регионе в 12-й раз. На данный момент уже подано около 200 заявок. Те, кто не смог заявиться по интернету, мы ждем уже на арене соревнований, то есть у озера Орехово, где будет работать комиссия по регистрации участников. Каждый участник получает электронный чип, вы понимаете, что все завязано на электронику. На контрольных пунктах будут установлены станции электронной отметки, и когда участник финиширует, этот чип считывается с компьютером, результат сразу выдается участнику и заносится протокол. Результаты соревнований будут известны уже вечером того же дня. Ну а 14 мая стартовал третий Всемирный день ориентирования, который продлится до 27 числа на нескольких площадках города. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».